Алексей Игнатов работает на муромском предприятии «Водоканал» уже 10 лет. Каждый день специалист устраняет аварии на сетях. Алексей рассказал о том, как проходил один из этапов конкурса. Всего было 20 заданий. Со всеми специалист блестяще справился и получил звание «Лучший электросварщик Владимирской области». И потом практика. Практика – это надо сварить изделия. То есть две заготовки. И она проверяется потом на герметичность, чтобы ничто там не потекло, на красоту, на качество. Конечно, приятно, когда ты в своей профессии что-то добился, и не просто так на словах, а действительно там, ну, официально занял какое-то место. Победу в конкурсе одержала и жительница Мурома Ольга Лосева. Она работает оператором котельной. Свой труд считает нужным и ответственным. Ведь именно благодаря ему в домах жителей тепло и уютно. Ну, я считаю, что важно. Люди без тепла не могут обходиться. Я была очень рада и счастлива, что мне доверили такое звание – мастер земли Владимирской. На церемонию награждения приехали рабочие промышленных предприятий, коммунальной сферы и социальных учреждений. Дипломы вручал лично глава региона. Он отметил, что награды в этом конкурсе получают самые достойные представители своих профессий. На них уверенно можно положиться и в себе, и коллегам, и государству, обществу в целом. Я хочу пожелать участь таких мастеров, таких людей, которые прославляют нашу землю, становятся каждым годом больше и больше. От всей души поздравляю всех номинантов, ну и, конечно, тем, кто сегодня не присутствует. Огромное спасибо за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего района. Большинство победителей конкурса трудятся уже много лет или даже десятилетий. Они не представляют своей жизни без работы, поэтому стараются добиться самых высоких результатов. Душа радуется, когда обследуешь, ходишь по работе, посадки, которые сажались сколько-то лет назад, там десятилетий даже назад. Взросли они, как они мужают, так сказать, крепнут. Вот это вот прямо бальзам на душу. Радуешься просто, как за детей своих. Конкурс «Мастер земли» Владимирской проводится с 2005 года. За это время его победителями стали 345 человек. В этом году право называться лучшими в своей профессии получили 13 жителей нашего региона. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков.